Вот у нас есть вопросы, отвечу на ваши вопросы. Ангелик, она у нас на Инстаграм-канале, она знает все ответы. Как обычному смертному понять, на каком этапе при сильном движении? Окей, смотрите внимательно. Давайте я отвечу на ваш вопрос. Значит, первое. Вы должны понимать, что как только вы начинаете торговать, вам нужна какая-то статистика. И технические какие-то выходы, они, скорее всего, вам не подойдут. А технические выходы имеются в виду, например, там 30 к 1, 50 к 1 и вопрос по графику. То есть в самом начале вы должны начать простенько. 3 к 1. Потом, когда вы видите, что статистика у вас нарабатывается, вы можете перейти на 5 к 1. Потом можете перейти там, на 7 к 1, на 10 к 1 и работать с этими цифрами. А потом, когда вы уже учитесь торговать, вот тогда вы можете дробить сделку. Все те, кто у нас там или в Телеграм-канале, или у меня на обучении, или у нас на обучении, мы всех учим то, что нужно потом дробить позицию. Да, дробить позицию, например, выход там 5 к 1, 7 к 1, 3 к 1, 10 к 1. Просто технически давайте я вам сейчас, если у меня есть сделки этого студента. Вот смотрите, видите? То есть причина, как он заходил, 30% 2 к 1, 20% 5 к 1, 20% 9 к 1, 20% 9 к 1. Вот посмотрите внимательно, да? Вот где был заход, где стоял стоп. И вот посмотрите внимательно. Три перестановки стопов, куда переставляется стоп, видите, вот посмотрите. И последний уже был там на развороте. Сейчас я вам покажу несколько таких сделок. Вот если вы посмотрите, у него, видите, все сделки одного формата. Видите, он сначала описывает, что у него тейки, видите, разбиты. Вот 2 к 1, 5 к 1 и 2,5 к 1 он выходит на развороте. То есть все вначале начинают работать стандартно, да, то есть по определенной стандартной схеме. Если вы внимательно посмотрите, то вы увидите, что у него стандартная схема забора. Обычно он забирает 30% 2 к 1, чтобы, если что, быть break-even, да, ну, в нуле. Второе, 20 к 1, 20 к 1, 20 к 1. Видите, вот смотрите внимательно. Да? Дальше идем. Видите, вот 3, 2 к 1, видите, а 70% 1 к 1. То есть, естественно, не все сделки дают плюс. Вот смотрите внимательно, все написано, видите, поспешил подтягивать БУ, потенциал был 11 к 1, все выставленные тейки. Вот я вам показываю пример, там, да, моего студента, вот мы недавно смотрели, видите, вот он перезаходит, видите, у него по всему есть объяснение, 30% практически везде он выходит 2 к 1, да, то есть это стандартная ситуация, по которой выходит студент. То есть он, по сути дела, построил свою какую-то матрицу, модель, как он будет выходить.